данном случае я компрессор тестирую на максимуме, включил регулятор на максимальную мощность, и потребляет он 9 ватт. При такой мощности это очень и очень мало. Данный компрессор я могу использовать как и для аквариума большого на 4 распылителя, так и для своей аквариумной стойки. И многие из наших клиентов покупают данный компрессор для подачи воздуха в пруд. Когда мы хотим сделать 4 распылителя и при этом потратить в пруду немного денег для подачи воздуха. В пруду использовал на глубине метр, без проблем продувает и качает. И при этом мало потребляет. В данном случае я использую этот компрессор для аквариумной стойки из 6 аквариумов. Воздуха больше, чем надо, потому хватает с головой. Друзья мои, всем привет! Сегодня мы в нашем обзоре протестируем, посмотрим компрессор от фирмы Минжанг, модель PS950. По своим заводским характеристикам, модель 950 качает 1000 литров в час, это имеется в виду 4 каналов, и потребляет 10 ватт. В начале видео я вам показал, сколько по факту компрессор. Действительно, он очень энергосберегающий. Ну, то есть, мало, 9 ватт потребления, это для 4-канального компрессора немного. Сам по себе компрессор имеет такой внешний вид, красивый, стильный. Очень большой плюс — металлические штуцеры для подключения шланга, это безопасность и надежная долгая работа. Снизу резиновые ножки хорошие, которые снижают уровень вибрации. Есть возможность плавной регулировки и подачи воздуха, это очень удобно. Сегодня этот компрессор я хочу протестировать на небольшом аквариуме, показать вам, как он работает. Данный компрессор я устанавливаю очень часто на большие аквариумы, когда мне нужно сделать в разных частях аквариума подачу кислорода для дизайна. Также показал, как в нашей аквариумной стойке. Аквариумная стойка — это 6 аквариумов по 200 литров. Воздух подается в каждый аквариум. И при этом компрессор у меня мало потребляет электроэнергии. Я даже поставил его не на максимум, а на серединку. Потому полностью good. В пруду использую не так часто, но тем не менее, когда у клиентов пруд 2-3 куба и хотят какой-то недорогой и производительный компрессор, то тоже его рекомендую. Я протестирую его сегодня с вами на одном распылителе. Подключаем, остальные выходы я не трогаю. Естественно, уровень шума при открытых штуцерах остальных, вы визуально не поймете, но я постараюсь его просто закрыть и покажу вам его реальную работу. Видите, компрессор безумно мощный, то есть у меня тут в аквариуме уже все, круговорот. Есть возможность отрегулировать. На минимуме тоже пузырьков очень много. Так как производитель говорит, что компрессор дает 1000 литров в час, это на 4 по 250 литров в час. Но на максимуме один канал дает, на мой взгляд, все 500 литров в час, железно. Потому что я уже сколько тестировал оборудование, опыт имеется. Данный компрессор без проблем прокачивает глубину метр, то ли аквариума, то ли пруда, поэтому без проблем тоже устанавливайте. При работе на максимуме и закрытых остальных штуцерах вибрация легкая от компрессора есть, но при такой производительности это нормально. Назвать его бесшумным не назову, но тихоходным 100% можно, его к тихоходным его относим. Надежный, мало потребляет, а вот сейчас я его накрутил на минимум, он у меня потребляет всего лишь 2 ватта. На максимуме 9 ватт. То есть на минималке прибор показывает 2,5, 2,0. То есть очень радуют по характеристике, потому что при постоянной работе компрессора очень много клиентов хотят мало платить за электричество. То есть вот ваш вариант. Максимально, если вы на аквариумную стойку будете использовать, то
Ну, если я поставил на 6 аквариумов по 200 литров и поставил компрессор на серединку, чтобы мало кушал электроэнергии и дул, то на 12 аквариумов без проблем его хватит. Сделайте разводку и все будет гуд. Итого, подведем итог. Компрессор модель PS950 фирмы Minjiang. Это действительно компрессор высокопроизводительный, который мало потребляет. В нем есть возможность плавной регулировки. У него 4 канала. Штуцеры металлические, очень хорошо. Довольно-таки тихая работа при такой производительности. То есть все плюсы налицо. Если вы его используете в аквариуме, пожалуйста, не забывайте, если компрессор стоит ниже уровня воды, в разрез шланга вставлять обратный клапан. Прокачивать глубину до метра без проблем. Рекомендую. Сравнивать его с европейскими брендами не буду, так как у европейцев такой компрессор-аналог стоит в разы дороже. Потому даже если один из 1000 компрессоров и ломается в течение года, но это не считается каким-то массовым браком. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ссылочку на данный компрессор я оставлю внизу в описании. Переходите на наш сайт zookool.ua. До скорых встреч!